Привет, народ, или любимые подписчики компании УМЗАП. Напоминаю вам, что ваши мольбы были услышаны. Мы собрались силой и пробуем открыть второй сервис на юге. Кому интересно, метро Кантемировская, улица Севанская, 62. На данный момент сняли помещение. И вот с вами входим, получили ключи. Когда-то здесь был наш гараж, теперь он уже не наш. Точнее, не его. Вот. Ну что, посмотрим давайте с вами, что мы имеем и что получим. Вот так вот все нам досталось, даже бутылочка шампанское, любезно предназначенная. Хотя обычно я думаю, что самое дешевое говно запаивают. Ну да ладно. В общем, предстоит нам большая работа. Это у нас приемка. Будем здесь делать небольшой ремонтик. Уже заказали. Что мы заказали? Столы, стулья, работников. Завтра начинаем ремонт. Сегодня у нас 16 июля 2019 года. Пойдемте посмотрим, что у нас в цеху имеется. В принципе, взяли на первое время, на второе и на третье не очень большой, так как сейчас очень сложно на югах найти территорию. Честно скажу, месяца, наверное, 2-3, да, ездили, искали это. И сейчас более-менее под наши нужды нашли. Включу свет, чтобы было хотя бы чуть-чуть видно. Ну, как-то так. Ничего сверхъестественного, сервис как сервис, но постараемся поднять его на новый уровень. В обслуживании, ремонте, видите, к сожалению, существует небольшая проблема. Всегда, когда выезжают одни люди, заезжают другие. Хаос. Обещали вывести еще вчера все. В итоге пришли, когда получать ключи. Они еще здесь где-то часов 5 грузились. Это все вывозили, оставили вот такой вот хлам. Но делать нечего. Такое вот помещение немножко, конечно, может быть и маловато. Но, в принципе, пойдет для наших нужд. Вот здесь немножечко по планам пробежимся. Также будет стенд для обслуживания. Дизельных форсунок. Вот здесь вот наконец-то будет, постараемся сделать для вас уютную приемочку. Такое небольшое помещение. Хотим телевизор, диванчик. Может быть, когда-нибудь приставочку игровую, если кто увлекается. Кофе, чаек, лимончик, кипяток. В принципе, так, может быть, когда-нибудь дорасту до личного кабинета, вот он тут стоит, пылится, руководство, может быть, выделит. Но тоже все будем красить, белить, стирать. Ну, а так, можно вот с балкона будет наблюдать за своей машиной. Желательно, конечно, с детей, чтобы не упали. В принципе, пожелаем нам удачи в наших нелегких начинаниях. Вот здесь у них был стенд, точнее приспособление для ремонта коробок. Но кто у нас обслуживается, знает, коробочки мы, к сожалению, не чиним. Ну, был печальный опыт, каждый должен заниматься своим делом. Зато по спектру услуг все будет точно так же, как у нас на Дубнинской. Мы будем заправлять кондиционеры, чертить дизельные форсунки. Вот здесь будет стенд уже заказан. Кому интересно, повторюсь, в личке могу ответить на вопросы, вообще что нужно. Минимальное оборудование, соответственно, инструменты общего пользования для того, чтобы открыть дизельный именно сервис, чтобы заниматься ремонтом корейского дизеля, не говорю обо всех, именно о нашем, потому что опыт у нас большой. Ну, это опять же в личной беседе, для того, чтобы я ответил, вам нужно будет подписаться на нас, иначе я вам не отвечу. Вот оставили сейф. Все, смотрите, наверное, просрали ключи, но пытались, смотрите, взломать его, что-то выломать. Мы, может, продолжим. Или воздадим его на этот, на металлолом. Ну так, как эти. Выезжают, видите, вот везде срач. Придется все мыть, чистить. Пойдемте еще кое-что покажу. Понятно, будет сход-развал. В общем, весь необходимый спектр услуг. Здесь парней. Сейчас найду свет. Секундочку. Здесь у парней был кузовной цех. Мы кузовщиной не занимаемся.
Понятно, не пишите гневные отзывы, просто не делаем кузовщину, потому что нормального маляра и вообще, в принципе, сейчас малярка отходит, не найти. Будет здесь склад, камера будет демонтирована, и здесь будет вот небольшой пост для электрика, для заправки кондиционеров. Станцию тоже уже купили новую. В общем, подвложились слегка, а может быть и не слегка, кому как, у всех разный достаток. Все наши клиенты, кто был у нас на Дубнице, ждем вас у нас в гости. Примерно, думаю, ну неделя-две это займет, может чуть раньше. Магазин запчастей тоже сюда переезжает, Санина. Будем вас радоваться ремонтом, обслуживанием, не знаю, качеством запчастей. Так что подписывайтесь на наш канал. Теперь будут видосы и отсюда.